Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, рад всех приветствовать. Прибыли на очередные выходные. План такой. За наш спиной лес, туда уходила дорога из одной деревни на другую. По-моему, в том, что ли, году или в позатом, я уже точно не помню. Мы пытались найти эту дорогу. Самая фишка в чем, что там идет как бы современный охотничий накат, ну как бы советский. А старая дорога шла метрах в 300 правее от него, а мы его спутали тогда, то есть и шли по этому накату, и, естественно, ничего не нашли. Вот, сейчас попробуем. Погода интересная на улице, прям туман такой, влажность дикая. Едешь, прям как будто дождь идет, а на самом деле дождя нет. На стекле все оседает. Осень кругом, красотень. Ладно, пойдем в лес, и вы с нами идите. Лезем по лесу. Лес, конечно, сложный. Что-то понять пока не можем, где это было. Вот это болотина. Сейчас через нее пролезли. Может же такое быть, что через нее раньше была дорога, вот по этой херне все шла или вдоль. Непонятно. Выворотень вот такой прикольный. Мох. О, паучки. Кусаются, кстати, они здорово. У меня тут в щеку паучок бахнул лесной. Где он? Попал куда-то. Ну, да, чуть-чуть нас сместились. Вот, видишь, вот сюда нам надо идти. Вот оно, вот здесь вот. Миша сюда сместились, а нас сюда. Вот здесь по краю шла. Пойдем туда. Вот шастаем по лесу, идем там вот, ну, в ту сторону, где деревня. Интересный момент, вот как мы дорогу срисовали сначала. Там понятно, что бурелом был. Елки крупные, и возле них черный сигнал. И возле них черные сигналы. И слева, справа, видите какие? Ну, это помоложе. Вон та же толстая, здоровая ель. И вот она уже в глубине леса прорисовалась. Вот он, как бы накат-то и был. И чернина начала попадаться. Так что, может, что-нибудь и найдем. Может, и нет. Вот мы и вышли с этой дороги. Там где-то дальше деревня. В общем-то, мы туда и не собирались. Мы собирались вот эти поля посмотреть вместе с дорогой. Ну, вы сами видите, что здесь делается. О, господи. Уйма. Ладно, сейчас будем думать. Выдвинулись. В обратную сторону, на параличном еще одна дорога. Да, какая-то тоже вот похожа. Но сверху очень напоминает полугирьку, но очень сильно сожжет. Там сейчас фокус будет. Вот видите? Ну, понятно, из какого металла. Ну это да, это гирька. 100%. Интересно. Может, мы не там ходили? Итоге ломимся к машине. Что-то подзадолбались. Ничего нет, кроме гейки. Смотрите, какая находочка классная. Не зря ходили. Вот так вот. Это точно забираем. Тяжелый? Тяжелый, конечно. Нормальный такой. Опа! Может, его присобачить чем-нибудь? Смотрите, а чем ты его присобачил? У меня веревки-то нет. Да я могу потащить. Ладно, идем к машине. Есть план уехать на чешуйное поле побить, потому что времени уже немного. Посмотрим сейчас. Что, друзья, полдня побегали по лесу в разведке. Удостоверились еще раз в своих мыслях. Все проверили. Ну и осталось 3 часа, уехали к себе на картошку. Вроде пока не перепахали. У меня первый сигнальчик, обломанный ключик. Любу сейчас снимем, что-то она там ищет.
Охотники, кстати. Да. Что это? Еще обломилось. Ну что это за хрень? Не знаю. Пресло. Ну да, похоже на то. Ладненько. Так. Непонятно, на что похоже. Монетку. Зеленый кружочек. Какая же это монетка? Деньга, судя по борту. На состоянии. На состоянии непонятно, она зеленая. Я бы сказал, что это катализа какая-то. У меня был сломанный крест, к сожалению, верхушка. Ну, сломанных здесь их до хрена. Да, вижу, их пашут постоянно. Охотники сейчас оттуда проехали, такие академические, в оранжевых жилетках, с собачками. Прям обычно здесь раздолбаи всякие, ну, много. Здесь себя прилично. А эти, да, прям в жилеточках. Здоровались, как будто знаем друг друга. Ладно. Друзья, вот такая находка. Дорогая. Где солнышко? Во. Кто знает, подскажите. Ох, вы знаете, что это такое. Масенький-масенький. Уже восковый крестик маленький. А, ну да. А у меня что-то там глубокое. Пойду искать. Так, сигнальчик у нас, коровы ушли, поржали. Это что, будет? Тупейка, что ли? Купеечка. Пойдет. Находок сегодня, конечно, не густо. Но у нас в основном разведка была. И тушь так. Чешуи пока нет. Мужики сказали, что перепашут они в этом году, так что посмотрим. Так. У меня орляночка. Вот такая вот. Но, к сожалению, ушко сломано. Пойдет. Так, друзья, я уж думал, сегодня не будет. Нет, выпала, родимая. Такая вот. Сейчас фокус найдем. Чья, что-то непонятно. Очень приятненько их находить. Господи, какая же погода офигительная, а? Обещали сегодня дождь моросящий до конца, ну, до 6 вечера. И не пахнет даже. Оп. Еще одна. Чья, непонятно. Ребят, кто-нибудь в чешуе разбирается, может быть, подскажите. Что мы что-то ее вот нарыли отсюда много-много, еще пока даже не... Не отсортировывали. Это все, видимо, на зиму останется, что ли. Может, кто знает. Солнце садится. Сейчас будем экспериментировать. Взяли фонарь, пойдем по темноте. На обостренном слухе, да. Такую фигню копали. Сейчас надо помыть. Я сейчас еще покажу, какой я откопал. Какое-то сердечко очередное. Вон, какая штучка. Вторая часть. Не знаю. О, так это с этой. Да. Так это конина. Да? Ну да. А это как колокольчик какой-то. Да. Не знаю, что это такое с подвесочкой. Прикольно. Что крякаем-то? Гуси. Какие гуси? Вороны вон летают, гуси. Вон там, вон, знаешь, как гуси орали. Так правильно, картофель. Сегодня же видели, сколько косяков. Убирайте. О, прикольно, солнце. Солнце садится. У меня затертенькое. Такая вот. Ну да ладно. А, вот это наши копы. Это все наши. Я видел там эсководов пару копов, но они до сюда. Ух ты! Только рубленая, видишь? Нет. Ой, я извиняюсь, подержи. Ух ты ж, мать. Посмотрите, какой черный. Уж горел. Может быть. Земля там черная. Что нарисовано, непонятно. Сейчас... И рубленый, он перерубленный, видишь?
трещин. Вижу, я не могу понять, что там за узор. Ну, давай посмотрим. Прикольно. Где фокус? Вот такая красотень когда-то была. Да. К сожалению. А мы что-то какой-то осколок такого фона поднимаем. Ну, я уж не помню. Покажу. Вот такой. Это не серебро, это какой-то, я даже не знаю, что это. Кирпич. Да, здесь стояли дома, точно, абсолютно. Причем тех времен. У меня булыжники. Впечатление, что они духовные. Может быть. Будем искать. Охотники бахают. У нас чешуечки. Эту кто-то погнул. Я даже догадываюсь, кто. Потом разогнем. Что это такое? Что там? О, нет. Да, нет, стандартный. Девица хотела. Купеечку. Какая-то очень... Там я вот первую чешуху сегодня достал. Там напиток, помнишь, W у нас было? Да. Вот типа того. Василия Третьего, что ли? Нет, получается? Еще там чья-то. А может, я его не знаю. Я вычитал, что это была Василия Третьего. Ну, та-то да. Давай сыпем. Пока свет еще более-менее есть. Вот такая. Смотри, одна, вторая. Какой-то князь. А, Федор. Федор Михайлович. Это же кайф. Ломать комочки. Там что ли? Ни хрена не видно. Что здесь такое? Темно. Какая-то херня. Да ладно. Херобур какой-то. Подожди, а то ли мы нашли? Да. Прибором надо, бздынь. Итак, стемнело. Такая штука вывалилась. Что это такое? Непонятно. Ребят, темень. Не, даже линза не фокусируется, он вся пыльная. Слышите звук? Над нами сейчас идет табунчик. Классно. Да, Петровская. Петровская? Почему? Ползаем по темноте. Да. Петры? Петры. Петры! Дайте. Это однозначно Петры. Дайте. На кулачок. Да, 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 да. Сейчас я... Да хрен я вам здесь фокусирую сейчас. Попробую, конечно. О! Ну да, это Петры. Зачет. Полный зачет. Вмыло ее. И пусть откисает. Ну сложно мне здесь на свету. Ну ладно. Не, я тебе показываю. А. Фигак. Следующий день. Как всегда, съездили чуть-чуть поспать. И вернулись. Идем от машин туда, где распаханные дома, где чешуя. Заодно, может, что-нибудь еще найдем. Ну, точнее, уже наш. Ну, рамочник здесь. Ну, рамочник здесь копеет. Ушорканный. Вчера по темноте, конечно, прикольно ходить было. Мне понравилось. Ага, Петры выпадают. Петры выпадают, да. Ладно, идем вон туда, за угол. Туда. Вон так. Коров погнали вчерашних. Сейчас покажу. В обратную сторону. В обратную сторону. Через реку их погонят. Короче, контраст эпох. Одна яма. Вторая яма. Раз. Ходячка и чешуя. Прикольно вообще.
Красиво смотрится, да? Копейка 59. Тысяч какого 59? 800. А. Это там был сигнальчик, где прибор стоит. А у тебя там? Сейчас. Да, подубитенькая. Ну, ладненько. Что-то там у тебя верещит конкретно. Сундук с золотом. Да, блин, два сундука. И все с золотом. Ладно. Такие красивые речечки у нас. Вот оно пошло. Там тоже пахота, но там грубо. Мы пробовали в этом году по стерне там походить, ничего не нашли. Но высокая стерня была, и убирали урожай как раз тогда. Ну, не урожай, а траву. Что пока бродим здесь. Такая красотища. Погода, конечно, комфортная. Ветра нет, не холодно. Градусов 9, наверное, 8 на улице. Под ногами все ровно. Так можно бесконечно ходить. Ну, церковь. К сожалению. Не знаю, вряд ли уже будут устанавливать. Итак, находочка очередная. 2 копеечки. Ну, убитые, конечно, на смерть. Ну да ладно. Идем, вот уже угол этот прошли, который я показывал, туда. Следующая чешуинка. Такой копьеносец прикольный. А переверните, пожалуйста, блинчик. Поймешь, да? Не очень. Непонятно. Здесь черная земля. Здесь, скорее всего, что-то и стояло. И опять горелая чешуйка. Вчера уже доставали. Ну, пошла вон тоже пробить. Пойдем. Здесь, конечно, снайперки надо цеплять. Не, ну по краю-то можно. По краю, да. Хе, какие интересные штучки попадаются. О! Кто-нибудь знает, что это? Я нет. Онлайнчик сейчас бахнет. А на онлайнчик сейчас какая-нибудь проволока пролетит. А, это легко. Это тут. Потерто? Читабель с одной стороны. Так. Второй такой вот отсюда уже. Ну тот был с полосочкой. Тот с полосочками, а тут что изображено, сейчас посмотрим, непонятно. Какая-то чебурашка сушеная. Прикольно, гнутенький, но целый. Еще сейчас одну интересную находочку покажу. Вроде как да, вроде как всадник. Смотрите, еще один перстенечек. Тоже гнутый, но целый. Как будто бы всадник, да?
сложно сказать, но прикольно. Что ж тут было? Вопрос. Пошел за рюкзаком, решил чайку попить. Смотрите, видно его? Вот какой булыжник. Там брод за моей спиной. Вот здесь черные пятна домов. Друзья, давайте предполагайте, что здесь могло быть. Мы себе голову уже сломали. На картах ничего нет, ни на ПГМах, ни на чем. Песцовые книги смотрели. Там же разные они есть. Есть более поздние, я не помню каких времен. А есть чуть не после Грозного времена. Где-то они у нас лежат, но что-то я не могу найти, почитать. Мы себе голову сломали, что. Куча обломанных крестов. Верстачки. Чешуи немерено. Так, рюкзак взял. И минимум всякого советского хлама. Вот что здесь могло быть? Предполагайте, пишите в комментариях. Интересно пообщаться на эту тему будет. Приехали ребята к нам в гости. Сигнальчик, крестик. Целенький. На удивление. Прикольно. Так, у Люба чешуя. У комрада тоже чешуя. А у меня вот такой целенький лепесточек. Очень, кстати, прикольно в сохране. Покажу. Вообще вся сбита. Офигенный. Тёртая. Всего. К слову о чешуе. Вот такой размер, к сожалению, вот она затертая. Вот это вот уже похоже на полушку, которая с птичкой. Маленькая-маленькая. Ну, убитая. Тебе показывают. Ну, у нас зачет полный. А я не знаю, телефон в машине. У меня с собой, сейчас посмотрю. Па-бам. Так, а там у нас СПБ или что? А или подожди, а я не вижу. Это не те, это надо по-другому забивать. 1750. Подожди, у нас программа. То ли 68, то ли 58. Сейчас посмотрим. То ли 68, то ли 58. Так, вот такой крестичек вымали. Гнутенький, но целенький. Пока ходим. Хрен. Да, ребят, ну блин. Только сейчас осознаем. Орел в облаках. Потом почистим, сфоткаем, приложим. Ну просто красота. У ребят медный бунт. Открой вторую сторону. А, да, двойничек сверху, снизу. Сейчас покажу. И там коняшка, и тут коняшка. Прикольно. Прошу прощения за ветер. А, пуговицы вот эти номерные все время попадаются. Подсказывайте. 31. Да, 31 много. Очень много теряю. Теряю. Ребят, сверху советики собирают. У нас очередная черная. Ладно, выдвигаемся к машине. Хватит хорошего понемножку. Но еще пока не все. Сигнал по дороге к машине. Да. Ну ладно, бог. Нет, сегодня зачет. Сегодня вообще хорошо. Как всегда, прикол. Деньга. И еще сигнал. И еще, наверное, еще. И еще деньга. Две деньги. Вот будет, посмотрите. Ладно. Прикольный перстенек очередной сегодня. Оловянненький. Будем очищать. А где его нашли?
знак поснимать там на сигнальчик онлайн, да надо за это. А, что, походить-то еще никак нет? Ну, во сколько поедем? Часов 9? Да, где-то так. Так, держи камеру. Сигнал. Подожди. Все, уже Хабаровница не закрывается. Когда Хабаровницы мало. Ну да, я же не рассчитывал. Поступи коров домой гоним. Походили 3 часика сегодня, это называется. Держи. Сейчас пойду его. Поищу. А что ты там ищешь-то? Придумал, бля. Я думаю, у меня проволока. Ой. Сплошная картошка. Ну да. Так, конечно. Что-то рядом. Что-то тут. Да подкапни уже. А я сейчас ножом. Не хочу капать, хочу. Хочу вот так. Ах, это что-то там прикольное появилось на свет. А. Что это? Ну, прикольно. Это просто медная хрень. Вот такая вот фигня тоже. Бывает. Коров гонят домой. Ну что, дорогие друзья, закончились наши выходные. В итоге ходили, ну, 1.5 дня получается. Вчера 1.5 дня ходили по лесу, пробивали дороги. Безрезультатно. Вечер на картошке. И сегодняшнее утро, ну, считайте, до обеда тоже на картошке. В итоге результаты показываю. А результаты вот примерно такие. 17 чешуек, 3 целых креста, 4 перстня, 1 интересный оловянный, 3 гнутеньких, но вроде целых. Ну, куча конины пряслица, просто немереное количество поломанных крестов, 5 медных монет или сколько там, 6, я не вижу. Ну, а, ну да. Ну, короче, ну, это Петровская. А, да, Петры, да. Ну и в зачет, конечно, уходит деньга Петровская. Ее мыли подержать, я думаю, она откиснет. Вот такая красава. Ну и облачник. 1758 год. Все-таки я думаю, что да, он горел, скорее всего, но выжил. Вот такой результат у нас. Стоялось знакомство у нас с местными комрадами. Хорошие ребята. У одного Эквинокс 800-ка, у другого Деус. Прикольный аппарат. Вот. На этом прощаемся. Не забываем подписываться на наш канал. На канал Побратимый Музыкальный. Ставьте пальцы. Всем пока.